Жарко. А там тоже менты стоят. Всем привет! Это новый влог, который начинается прямо сейчас. Тут будет RS5. Вот она. Вот такая RS5. Что про нее можно сказать? Мотор 2.9 V6, две турбины. Вот. Красивая. 450 сил, 3.7 до 100, полный привод. Поэтому оцените ее от 0 до 10. Оцените ее от 0 до 10. Ну а мы снимаем дальше. Вот я здесь, и это заметно. Хочу ли я есть? Да нет, наверное. Люблю я лето. Сейчас сразу ее заглушат и турбины лягут. Да, да, смотри. Нормально. Смотри. А самый прикол. Все заглушил. А самый прикол BMW, что вот выхлоп, не выхлоп, все равно спереди как звучит. Да. Банка. Спереди ничего не слышно. Сзади только там вплотную к трубе, если подойти, что-то можно найти, понял? Да. Вот там владелец BMW. Да, братан, красивая? Да, красненькая. Как тебе RS5? Бля, крутая. Цвет крутой, да? Бидон мне нравится, этот, он мощный. А чья это? Тебе доверили, что ли? Нет, это вот подруги моей. Не хозяев. Все говорят, моя-моя. Подожди, три семерки? Нет. Легион. А, нет? А я видел такую же, только три семерки. В Ростове? Да. Там мужичок какой-то. А ну, продемонстрируй нам выхлоп. Да. Здесь V6, да? Да, V6. 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 Стойте. Заслонки. Оп, заслонка. Это она красивая, да? Да. Опа, заслонка открылась. Ну что? Да не, нормальный звук. Будет прикольный звук. Для V6 хороший звук. На ходу ее хорошо слышно, когда быстро едешь? Шумоизоляция очень хорошая. Да. Слышно только, если я прям совсем медленно еду и из комфорта включаю динамичный режим. Тогда слышно? Если даунпай поставить, что-то появится. Братан, а так это тут мотор как в Камри, только без турбин. Тут же трехлитровый? Нет, 3.8. 2.9. А, 2.9. 2.9. Да, у меня больше. А у тебя объемистей, братан. Кто он, Лех? Да я смотрю, что там. Что там видно? Короче, там банку если убрать, и этот убрать. Как его? Да, можно, у него какую машину не купит, везде у него примоток. И слышно на весь Ростов. Вот это вот то же самое. Ковшин. Тебе блок придется ставить? Топчик. Если, ну, если захочешь прокачивать. Наверное. Сколько пробег? 7900. А, это, конечно, новое. 7900, да, пробег? Да. Так, как выглядит $1 миллион? Сейчас, я догадался. Я догадался. Прям я ее уже оттянул. Приятно. А что ж такое? Ну не сразу Москва строила. Карбон. Шильдик как на Камре. Шильдик. Это с Камри, в принципе, мотор. А наш передний привод как на Камре? Да, она переднеприводная, доп. Опция полная. Красивый вид. Да, если бы ты не стал, бы было вообще... Ну да, без тебя она симпатичнее смотрится, честно говоря. Ну ты шпала какая-то лишняя в этом кадре. Вот так лучше. А тебе еще надо фотоаппарат на голову ставить, чтобы тебе видно было. Реально, его только вот так снимать, козырька. Вот так, если как людей снимаешь, вот человека снимаешь, а потом Виталика. Человека, а потом Виталика. Ну я что, виноват, что я вылез такой? Он в 7 классе был уже 1.96 м. Ну вот 4 сантиметра плюс и все. Потом в камеру не. Блин, а вот так сфоткать красиво. Ау! Брат, достань только влажные салфетки, протри, и вообще будет бомба. Когда ты мне такую майку подаришь? Хочешь, поменяемся? На вот это? Будешь в ней ходить? Все, ладно, давай закрывать. А на задней приводной? Брат, ты вообще разбираешься в Audi? В Audi ни разу в жизни не было заднеприводной.
Почему BMW? S5 была приводная, да? На палочке? Да? А ну давай, расскажи-ка нам. Черная S5 до вот этого. Заднеприводная, да, была? Все, езжай домой. Первая, единственная заднеприводная машина в Audi. Это новая R8. И то в эксклюзивной версии, да. Там 300 штук или что-то, или 900. Да, или которую нигде не купишь. Подожди, спроси. Да не бывает, ты что, шутишь, что ли? Передний привод и полный, все. Братан, привет, у тебя на S5 задний привод или полный привод? S5 это полный привод, вариантов нет. Брат, если это S5. В тачках, то он тебе скажет, да. У него S5 просто. Я BMW-шник, все. Ну и Mercedes немножко. Как в Банджолини, Гайстрингере, или как он. Усос. Усос, да, усос года. You're simply the best. Короче, приехали в Краснодар. Спроси, что бы вы взяли, Камри или этот Мерседес? Я даже спрашивать не буду, но понятно и так. О, наверное, стоят. Да, короче, мы приехали в BMW-салон. В Бакру. В Бакру. Покататься на М-ках. Поехали, покажем М-ки. Белая, идеальнейшая М2. И Мерседес. Блин, зеркало такое огромное. Вот оно. Мечта Виталика. Просто лучшая машина. Это вот уже надоело. Но это компетишн. Да, это M6-7. M2 просто. Ай. Там? Ау. Сейчас знаешь, что будет? Че, будем Мерседес? Че? Мерседес? Да нет, на М2 сейчас будем кататься. А-а-а. Прикинь, на белой. Да, лучше на Мерседесе. Ну, я только что на Мерседесе. О, смотри, First Edition стоит. О, М5. Можно пойти посмотреть. Да что на нее смотреть? Хай стоит сейчас, пока. Да, пусть стоит. Где М2? Брат, не кайф затестить? Бэху. Слышишь, она на роботе. На роботе? На роботе, понял? Но не так себе робот. Нейтралки нету. Руль от Е60. Очень жесткий, без гидроусилителя. А, просто заглушено уже. Сколько у тебя еще силы хватило, программа не заведена. О, М-ка, братан. Это вот М-ки так и выглядят. Это М2. Нет, это не М2. М2 нормально. Вот не хотели мы подходить к этой машине, но придется. Мы к First Edition. Керамика. Ну вообще, мы уже эту М5 изучили. Реально, вот этот цвет жизни, ничего смотрится, прикольно. На фотографиях прям сильно. Не, мне очень нравится First Edition. Вот я бы вот так, без тонировки бы ездил, вообще с кайфом. По-спортивному, мне кажется, смотрится. С диффузором, братан. Да, просто за нами. Это сейчас динамик? Нет, это просто индивидуал. А, то есть динамик еще громче? Да. Тут очень красивая, заметила, видишь, отсечка какая? Да, прикольно. А если я ее не переключу, она будет отбивать. Ну, короче, сама не переключается. Сейчас. Чуть-чуть отпустим. Упрется, короче, да? Упрется, смотри, слушай. Хороший звук. Нет, звук приятный очень сильно. Нет, после того, что ты уже слышал, мне кажется, это такая фигня. Нет, ну тут своеобразно. Ну что ты, блин? Понятно, что предела нет. Но у каждой, каждая тачка по-своему особенная. Есть то, чего нет в других. Вот когда я ездила на ДТ, мне очень хотелось вот это. Вот чтобы она такая прям, ух, прям такой звук, знаешь, как будто, не знаю, там... Ой, не знаю, в самолете турбина работает. Ты ланч делала на ней хоть раз? Конечно, раз в 10, да? Уже, наверное. Я еще вычитала, что у этой коробки можно делать 40 раз подряд ланч, и она выдержит нагрузку. То есть не перегревается, да? Да, она. Ничего себе, это круто. Давай не будем друг друга мучить. Давай. Сегодня отдохнем. Женщины все такие. Давай не сегодня. Thank you.
приятно ездить. Угу. Такое вот. Для города самое то. Самое то? Да. Да. И не буксует. Но чуть-чуть нас Юза, по-моему, понесло. Ну, не как заднеприводную. Если на заднеприводный газ в пол нажать, она просто зароется. В общем, дела такие. В Сочи мы снимали с 5-го, и багажник там не закрывался. А на X6M большой багажник. Закрывался, но там был этот бортик низкий, поэтому... а тут нифига нету. Виталя придумал гениальную распорку. Ауф. Кетики пошли в распор. RS5. Красиво? Телефона чей-то написан. Да, чтобы выходили, перепарковывали. Да, временно припарковался. Белое ничего, кстати, смотрится, правда. Это любовь. Отойди, блядь, от машины. Это шляпа. Чистая шляпа, да. Да, М2 бомба. Рестайли уже, да? Бомба М2. К деньгам, братан, это к деньгам. На М2 тоже бомба. Видишь, я знал, какую майку одевать. Тебя все равно не видно ни хера твою голову. Тебя видно, как обычно, по этой, блин. По плечо, понял? Ты уже чувствуешь. Типичная съемка с Виталиком. Ты как знал, да, что у нее фары красные сзади? Да, да. Ты думаешь, как ты угадал? Как ты угадал? Ну я тут просто... Слышь, что ты под все BMW угадал, я тебе скажу. Он, короче, уже заказал себе F90. Она к нему едет. Но никак не доедет. Сломалась по дороге. Лежат черные ноздри. Она просто по дороге мотор ёбнула. Чек высветился, просто она обратно поехала. Вот на чем нужно приезжать. BMW центр. Камри 3. Я про Камри. Идеально. Мы тут бумаги заполняем на тест-драйв М-ки, брат. Тише. На чем ты приехал сюда? Да какая разница. Фокус. Какой у вас настоящий момент автомобиль? Марка, модель, Mercedes GTS. И чё? Брат, адрес пиши, Лос-Анджелес. Калифорния. Калифорния. Расписался. Заполни мне тоже. Да отвались. Да заполни. Посмотрим, на чем ты приедешь. Свою списываешь, не списывай. У меня свою. Да не списывай, не подглядывай. Я чуть исправил. Да не надо. Реально? Зачем ты мой номер написал? Дата рождения. Да зачем ты у меня все списываешь? На чем приехал? Какой у вас настоящий мент автомобиль? Брат, я не скрываю. Как правильно пишется, то вот. Камри? Да не, мы напишем 3.5. Вот так, чтобы они знали, о чем речь идет. Самолет. Красава. Рестайлинговая еще приборочка красивая. Мне больше оранжевые стрелки нравятся. Мне вот эти прям очень нравятся. Кажется, сильно красивее, чем оранжевые стрелки. Оранжевые стрелки как 320.
нас не такой. А когда компетишн появится? Ну, на июль нам не дали, на август, скорее всего, подтверждение квот будет. А, уже вот-вот-вот-вот? Я думал, ее там еще ждать и ждать. А ценник еще неизвестен? Нет, пока нет. Вообще нет. Даже примерно вообще будет? Ну, вроде как на один лимон дороже это. Короче, она будет как М400. Ну, самая как, простая М4. Да, наверное. Мне кажется, М4 никто не будет брать. Ну вообще, если да, М2 компетишн, та же самая М4, только в этом кузове, в бомбическом. Еще и с рестайлинговой мордой. М4 как-то теряет вообще, да, смысл свой. А она чуть менее мощная. Ну, это все решается прошивкой. Да. Мы такие вещи не обсуждаем официально, поэтому... Ну да, да, ну... Ну ладно, в стоке, да, слабее. Насколько там, 20 сил? Ну, сил меньше и веса меньше у нее. Да, сам факт, что 20 килограмм веса всего лишь. А, серьезно? М4 на карбоне вся. А, да, это же все железное. М4 компетишн. Красивый звук у него. Да, да, да. Регат. Обычно МГД не работает. Шестой? Хотя, может, нежелательно так развалиться. Да, всему свое время, все братан. Стейдж 2, да. Долго не проживет. Ладно, все, уезжай. Все, давай, пока. Да погоди, не прям сейчас. Папа! А. Это Мерседес. Вот эти BMW-шные шуточки. Это если SGLE, я буду 63-м гоняться, потом бы следом. Что, полку ему покажешь? Не, отмахиваться не буду. А. По-моему, он обманул нас про третий курс, блядь. Ну, да, да. Девятый по-моему, класс. Он реально только с выпускного приехал. И то понял, после ГИА. Да. Да, сила BMW. А давай мы понял, как в Инстаграме это видео, купим тоже Олейну, зальем ему так все колеса сливочным, подсолнечным маслом. А, и он будет дрифтить? Да, а потом резину, кто мне... И потом ошибочка прилетит. Да, и так нету, брат. Я так почувствую, как знаешь, как будто я на сайте, когда здесь рисунок. А, ты аккуратнее у бордюров проезжай, да. Не будет такого. Ой, кто бы говорил, блин. Да у меня резина вот такая, братан. Вчера уехал, позавчера у меня во дворе. А вчера, ты слышал? 5 минут скрипел про бордюр, я думаю, да срули ты с ним. У меня, брат, колеса специальные бордюрные, понял? Вот она, V6. На бордюрных колесах. Бордюрные, они, видишь, специальные, наружу выпирают, выше бордюра, понял? Да. С кайфом. Вот этот V6 мне больше нравится. Колеса для прыжков, специальные, прыжковые. Прыжковые? Да. Такие не кайф, брат? Ну вот походу скоро. Это 20 какие? 25? Разболтовка твоя, посмотри. Не выхлоп, братан, понял? Менеджер такой стоит. Братан, ты мне зеркало закрываешь, я не вижу. А что нам заморачиваться со сценарием, сказала мне менеджер. Давайте так. Просто снимем, как едут тачки. Вот. Я такая, Талик, давай ты снимешь, как просто едут тачки. И мы едем снимать, как едут тачки. Да. Классно! Едем снимать рекламу, пить кофе. Это Соня. Я тоже себя я работаю пиарщиком, рекламщиком. Я что, сказал, Соня, где ты работаешь? Ёптую, подожди, залево. Соня, как тебе X6-7? Пожалуйста, я хочу ризотто и устрицы сегодня. Не хочу умирать. Брат, а ну покажи, как едет X6-7. Нет, ну, брат, ты учи мою мозг. Давай под мостом, давай. М4. Когда я папе скажу, что папа идеально у меня водит, я думала, что мой папа плохо водит. Ну, потому что у него очень агрессивный. Теперь ты поняла, кто плохо водит, да? Братан, что ты на меня I'm gonna give up, 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 I'm gonna give up,
Согласен. Хунем. Перформанс. Нравится? Да. Прикольно, что перформанс, нижняя губа в цвет кузова. Снимаю. А куда нажимать? Все, просто... Подожди, оно не включилось там. Включилось, все снимаю. А, да, и правда, циферки идут. Иди в центр, я вокруг тебя. Нет, ее гонишь, что ли? Можно я издалека, пожалуйста? Я ж умру сейчас в центр. Давай, сделай красиво, как настоящий стрит. Да иди в центр. Не-не-не, иди в жопу. Фу, как же она воняет, ужас. Фу, просто, Виталик, просто фу. Да, ты сняла? Да, я сняла. Молодец, молодец. Спасибо, Виталик! Полетела. Просто вся площадка в резине. Посмотри, она просто плюнулась резиной. Да. Вася, Мишлен, пилот. Ой, блядь, горячий какой. Да ладно.